Я горю, я свечусь. Всем привет, друзья, с вами Закупыч. Сегодня у нас необычные сюрпризы из магазина «Фамилия». Да, есть такой магазин, типа а-ля секонд-хенд «Фамилия». Там бывает, можно найти интересные игрушечки. Вот, 130 рублей стоит один такой пакетик с уточкой. Диско-утка, какая попадется тебе, световые эффекты, собери всех. 12 цветов диско-уток в коллекции. То есть, по идее, 12 штук в коллекции. Я купил достаточно много, а YouTube денег не приносит. Так что, пожалуйста, единственный мой доход – это Яндекс.Дзен. Подпишитесь на мой Яндекс.Дзен, ссылочка в описании. Итак, погнали открывать сразу же первую уточку. Вот такая у нас уточка красивая. Что эта уточка умеет делать, интересно? Но она, по идее, ничего не умеет делать. Просто, возможно, она будет светиться в темноте. Вау, это уточка с блестками, что? А, я понял, ее нужно поставить в воду, и тогда она будет светиться. О, видите, тут контакты, вот тут контакты. Видите, я контакты это пальцем замкнул, и она сразу же засветилась. Причем она светится даже долго. Интересно, как долго она будет светиться. Смотрите, она разными огнями переливается. Ну это да, это такой как дискошар, это можно куда-нибудь кинуть себе в это самое, в бассейн, и вот они будут так плавать и светиться. Надо будет, конечно же, проверить, как они плавают, сходим в ванну с вами, проверим. Видите, она горит секунд 30, я думаю. Вот сколько там времени пройдет. Ну я думаю, секунд 30 она горит. Вот такая утяка у нас. Ну вроде как выглядит неплохо, кстати. Давайте я вот так сделаю потемнее. Слушай, это надо их в темную распаковывать. Ну да, секунд 30 она горит. Вот опять. Классно, что можно пальцем заткнуть контакты и не обязательно ждать, когда она... Ну, и не обязательно воду наливать. Но воду мы все-таки сегодня с вами нальем. Посмотрим, как это выглядит. Так, ладно, давайте открывать следующих. Тут я уже, наверное, сделаю поярче. Так, следующее. Кто выпадет сейчас? Так. Не могу найти надрывную линию. О, смотрите, она сразу же активировалась. Они что, одинаковые, что ли? Такое ощущение, что они одинаковые. Просто это более красное. Возможно, потому что просто это светится, поэтому непонятно. Мне кажется, они абсолютно одинаковые. Что-то какая-то... А какое-то одно расстройство. Я думал, они будут в каких-то костюмчиках прикольных, а нет. Я думал, у них там... Да, они разные. Это а-ля фиолетовая, а это а-ля красная. На самом деле они полностью идентичны. Это печально. Так, это у нас синяя. То есть точно такая же утка, только синяя. Печально. Я думал, что они будут в прикольных нарядах. Там всякие, там у них будут шапочки, знаете, как уточки, которых я снимал коллекционные. А эти, по сути, ничего делать не умеют. У них просто светодиод. И все. И все. Это все. Ну, пока у нас ни одной повторки. Что останется после меня? Так. Хоть какую-нибудь коллекционную бумажку положили. Так, это у нас золотая уточка. Просто, типа, она а-ля в золоте. Давайте ее замкну. Ну... Опять же, плохо, что они абсолютно одинаковыми цветами горят. То есть были бы там какие-нибудь уникальные цвета, там какой-нибудь неон там. А так они полностью одинаковые. Нет, своих денег это не стоит, не покупайте. Можно взять одну, чисто для распаковки. Но мое дело вам показать. Что-то... Мне прям жалко, что я потратил на это практически 1000 рублей. Так, это у нас что? Это повторка, по-моему, красная, да? Я ее активировал, так что не могу понять, что за цвет. Пока она активирована, светится, непонятно, что в какого она цвета. Давайте поставим пока сюда. И последняя утка, шестая. Это повторка. О, это утка синяя. Вот такая синяя утка. Да, это точно такая же, что и вот эта. А, нет, смотри, так это разные. Все-таки разные выпали, ребят. Это, кстати, хорошо. Это красная, это такая, типа, с розовым оттенком. Ну, типа, красно-розовая, ну, такая, поняли меня. Это фиолетового оттенка, это синие вот две повторки и одна золотая. Неплохо. Пойдемте в ванну, проверим, как они будут плавать. Итак, ну, я думаю, хорош. Чуть-чуть подналил. Давайте посмотрим. Первая наша уточка, это а-ля фиолетовая.
О, смотрите, как хорошо плавает. Кстати, плавает-то оно зачетно. И сразу начинает светиться. Мне кажется, если они в воде, то они будут светиться постоянно. Так, ладно, давайте следующую. Давайте их в компанию, вот эту красненькую. О, две уточки. Минус то, что когда они светятся одинаковым цветом, то они сливаются абсолютно. То есть не видно, что это утки разного цвета. Так, теперь синяя уточка пошла. О, тоже хочет плавать. Нормально плавают. Так, теперь красная. Вот только касаешься воды, они сразу начинают плыть. Ну, возможно... Нет, для романтика они тоже не подойдут. Если бы можно было сделать так, чтобы они, ну, как медленно светились в такт, а так они светятся очень быстро, как стробоскоп, еще эпилепсию может вызвать. Так что да, если у вас, ну, проблемы со здоровьем, лучше не смотреть это видео, потому что я сейчас выключу свет, и они будут устроить тут настоящее музыкальное шоу. Ну, давайте выключать, что. Выключаю свет. Ууу, вот такой романтик хотите себе? Так, все, я выключил. Как тебе такое, Илон Маск? Тебе такие уточки не снились? Эй, диджей, сделай, пожалуйста, музыку погромче. А я ни разу не была в Малинках до этого дня. Точнее, до вечера. Ну, когда сегодня ребята пригласили меня. Осталось бы на вечность. Ай да, ребят, я заметил особенность одну. Смотрите, если ее вынимаю из воды, то они сразу же тухнут. То есть, если они какой-то там больше 30 секунд горели в воде, вы их достаете. Вот, смотрите, я достал ее, поставил. И она сейчас затухнет практически моментально. То есть, не придется ждать 30 секунд. А это, кстати, нет. Это почему-то долго горит, странно. Ну, ты потух? Нет. Что-то она вообще не хочет. Ладно, народ, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Закупыч. Надеюсь, вам понравилось это видео. Денег потратил много, поэтому подпишитесь на Яндекс.Дзен. А я вам спасибо говорю за это.